гуляли всю ночь утра. Привет, Арсения, выключи звук, послушай. Расскажи, а ты любишь стоя? Да. Слушай, ну мы тебя постоянно вот видим вот с музыкой. Какую ты музыку еще слушаешь, расскажи. У тебя очень музыка взрослая довольно-таки. Я люблю слушать Prodigy, я люблю слушать Виктора Цоя, люблю слушать Нирвану. И еще много всяких. Ну, у тебя еще все впереди, музыки для тебя очень много, наверное. Ты другие стили какие-то пытаешься слушать, понять их? Ну, пытаюсь, но не все. Не все? Ну, не люблю музыку, которую сейчас производят, например. LG я не люблю, и там... А, молодец. У них один текст может состоять из четверостишья, а все остальное может. Вот ты слушаешь Цоя, Нирвану, Prodigy, да, а ты про артистов читаешь про них, да? Ну, я знаю историю про Виктора Цоя, что однажды ему родители дали деньги, а сами уехали. И он купил себе на эти деньги гитару и 4 чебурека. Он съел 4 чебурека и потом заболел. У него живот болел и... Отравился, да? Да. И гитара осталась без... некоторых струн. Там, по-моему, 2 струны осталось. И он на 2 струнах играл. То есть профессионалом по-любому, да? Да. Приятно было с тобой пообщаться, Арсений. Думаю, ты будешь в дальнейшем только хорошую музыку слушать. Будешь к нам приходить, будем общаться. Угу. Все. Давай, счастливо, дорогой. Пока. До свидания.